представляем вашему вниманию компактный беспроводной сетевой USB адаптер от компании TP-Link модели DLWN723N. В комплект входит диск с программным обеспечением и инструкция пользователя. Компактный беспроводной сетевой USB адаптер позволит вам подсоединить настольный компьютер или ноутбук к беспроводной сети и воспользоваться доступом в интернет по высокоскоростному подключению. Данная модель отличается удобным дизайном. Корпус устройства настолько мал, что не будет мешать подключать другие устройства к соседнему USB-порту. Сетевой адаптер поддерживает стандарты со скоростью передачи данных до 150 Мбит за секунду, обеспечивая высокоскоростное подключение, необходимое для потокового видео и онлайн-игр, без разрывов и задержек. Кроме того, вы легко сможете подключиться к беспроводной сети на большем расстоянии, чем это было возможно с устройствами, поддерживающими стандарт 802.11G. Технология оценка занятости канала позволяет автоматически избежать конфликта каналов путем выбора свободного канала, а также полностью раскрывает возможности привязки к каналу, что значительным образом улучшает беспроводную передачу сигнала. Совместимый с режимом шифрования VPS, сетевой адаптер поддерживает мастер быстрой настройки безопасности. При нажатии кнопки VPS, которая находится на корпусе адаптера, восстанавливается безопасное соединение, защищенное с помощью алгоритма шифрования VPA2, который считается намного более надежным по сравнению с шифрованием Web. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.